Так, Харьков, 23 мая, 15 год, 14.09 по Киеву. Я в семидневном отпуске из армии. Харьков, конечно, за время моего отсутствия изменился крепко. Особенно контрастирует с городом счастья, в котором я пребывал последние 9 месяцев. Крыша дом со шпилем. Площадь Конституции. Успенский собор. Исторический музей. Танчик, как же он называется? Забыл. 5, не помню. Цифру помню. Ну, это Т-34, понятно. Британский танк, по-моему, не вспомню, но бог с ним. Ну и градусник, который показывает 20, ё-моё, 9 градусов. Ну, в общем, красота, мир и спокойствие.